Здравствуйте, наши русские туристы, которые собираются приехать в Гамбию. У нас сейчас туристы отдыхают в отеле Palm Beach, и они сейчас расскажут нам про отель плюс и минус. Здравствуйте. Добрый день. Мы хотим о вас узнать, как вам отель Palm Beach. Говорите, пожалуйста, как есть плюсы и минусы. Вполне уютный отель. Очень нравится расположение, что комнаты находятся как бунгало, по 8 комнат в одном помещении. Очень уютный, красивый, хороший. Единственное, что в комнатах нет чайников. Для русских туристов это важно. А что кроме чайников нету? Или что есть вообще в номере тогда? В номерах есть, ну, кровать, как положено, душ, кондиционер, все это бесплатно. Холодильник. Что хорошо, холодильников нету. Сейф. Сейфов нету. А есть, сам номер есть выглядит? Шкаф. Да, шкафы есть кресла, стулья, есть небольшая при подъеме как мансарда, на котором тоже находятся стулья, можно вполне посидеть, чай попить, очень уютно, хорошие номера. Ну, а вот, с видом как? Вид, есть номера, которые выходят на море, а есть просто в сад или на бассейн. Территория отеля зеленая, не зеленая, хорошая, большая, маленькая? Территория отеля очень зеленая, вполне такая, ну, средняя. Не сказать, чтобы сильно маленькая, но и не очень большая. Очень уютное место. Бассейн и пляж. Про бассейн, а что говорить? Скажите про пляж. Бассейн находится на территории. Он, конечно, забетонирован, что там нет много зелени. Но вполне уютный, всегда очень много народу. Рядом кафе-бар, в котором приносят напитки. Можно охладиться. Пляж буквально вышел за территорию отеля, и сразу начинается пляж. Это, конечно, большой плюс. Песок. Песок, да, песчаный пляж, красивый, хороший, городской бесплатный, лежаки бесплатные. А волны как там? Большие, маленькие волны как? Волны вполне такие себе, что можно, не рискуя жизнью, зайти в море и искупаться. То есть вы рекомендуете этот отель? Да, рекомендуем. Спасибо вам большое. Это было посещение отель Palm Beach. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания.